В Венгрии выбрали парламент. Избирательные участки закрылись полчаса назад. ЦИК уже начал подсчет голосов. Согласно последним соцопросам, правящая партия Фидес премьер-министра Виктора Орбана, который ведет активную антимигрантскую политику, может получить около половины голосов. Таким образом, Орбан обеспечит себе уже третий срок на посту премьера. А Фидес может получить две трети мест в парламенте. Ставки очень высоки. Мы либо станем страной для мигрантов, либо останемся свободными. Ну или будем бороться за то, чтобы все-таки остаться свободными. Может случиться все, что угодно. Может даже правительство поменяться. Мы должны надеяться на наилучший исход. Либо прежняя власть вновь получит большинство голосов, либо более мелкие партии заручатся поддержкой.